Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы расскажем вам о храбрых христианских военачальниках-греках. Жили они в очень трудную пору, в самом начале IX века. По всей Византии неистовствовали еретики-иконоборцы. Вы помните, кто это такие? Те, кто не чтил честных изображений Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и святых праведников. Среди них был и царь Феофил. У него-то и служили воеводами герои нашего сегодняшнего рассказа. В ту пору случилась несчастная для греков война с арабами. Наверное, не была бы она столь губительной, если бы перед началом сражений служились молебны перед святыми образами о даровании победы, как это было раньше. Но теперь все иконы были выброшены из храмов. Ослабленные духом греки все отступали и отступали под натиском противника. На пути магометанских полчищ крепко стояла лишь Амарея, красивейший город в Малой Азии. Для его защиты и были отправлены воеводы общим числом 42. Сначала дело обороны города шло успешно. Много арабских воинов полегло под его стенами. Эмир хотел было уже снимать осаду и уходить прочь. Но тут среди греков нашелся изменник. Раскрыл он миру секреты обороны и даже сам впустил иноземных захватчиков в Амарею. Магометане истребили почти все население города, а воевод взяли в плен. Но сразу их не убили. На то была причина. Задумал эмир обратить их в ислам, а потом заставить этих умелых и отважных воинов служить в своей армии. Но он понимал, сделать это не так-то просто, а потому велел отвезти их в далекую Сирию и бросить в мрачное подземелье. Несколько дней не давали им ни есть, ни пить. И когда воеводы сильно ослабели, к ним в темницу пришли несколько с виду очень кротких магометан. Прикидываясь людьми сердобольными, они принесли воеводам воды и пищи. А потом сладкоречивыми словами стали уговаривать их принять веру Магометта. «Уж очень труден путь Христа. Тут тебе и всякое воздержание, и бесконечные молитвы, и посты с притворным сочувствием», — говорил один. «А у нас все наоборот», — вторил ему другой. «Каждый день вкушаем мы изысканную пищу, одеваемся в шелка и бархат, имеем по 4 жены. А ведь Бог-то у нас с вами один». Но воеводы лишь усмехнулись. «Какой же у нас с вами один Бог?» — возразил старший из них, Константин. «Разве может один и тот же Бог повелевать нам строгость жизни, а вам разнузданность и всякий порок?» «Нет, не один у нас с вами Бог. И не отречемся мы от Христа, пролившего за нас кровь на Голгофе». Посрамленные магометане ушли. Но тут же им на смену пришли другие, мнящие себя мудрецами. «Кому оказывает Бог помощь своим всемогуществом?» – спросили они. «Тем, кто истинно почитает Его. А раз Бог помог нам одолеть и пленить вас, значит, наша вера настоящая». На это воеводы ответили: «Не в честном бою вы нас одолели, а из-за одного гнусного предателя, который открыл вам ворота Амории. И как повели вы себя с беззащитными жителями города? Сколько безоружных людей убили? Не пощадили ни женщин, ни детей. И сюда вы еще примешиваете Божие всемогущество? Не лгите на Творца Вселенной». «Но почему Бог не остановил вашего предателя?» – ехидно спросили мусульманские мудрецы. «Тяжко согрешили мы против Господа», – ответили воеводы. «И теперь горько осознаем это. Сколько благолепных икон было выброшено из наших храмов, и мы не встали на их защиту. Потому теперь слезно каемся. Просим Бога простить нас, не лишить своей милости. Рады мы пострадать за Него на земле, только бы не затворились для нас врата Небесного Царства». Ни с чем отправились восвояси и эти магометанские мудрецы. А воеводы
еще долгих 7 лет томились в сырых тюремных подвалах. Но не поколебались они и не усомнились в вере. Напротив, многие образованные мусульмане, беседуя с узниками, и сами проникались истинами христианства и убеждали эмира отпустить их. Но эмир, который так и не смог сломить упорство изможденных воинов, решил подло и трусливо казнить их на рассвете, когда все еще спали. Но не вышло по его замыслу. Жители города еще затемно пришли на место казни. Люди видели, как один за другим воеводы склоняли свои головы под мечом палача. И ни один из них не издал даже вздоха. «Поистине, это герои!» – слышался в толпе шепот то тут, то там. «Нам бы их мужество!» Положили святые воеводы свои жизни за Христа, но духовно победили. Господь принял их покаяние и удостоил венцов мученичества. Будем помнить их светлые лики и подражать их стойкости в вере. Я желаю вам всего самого доброго и храни вас Господь, дорогие друзья!